Как сделать их путешествие по территории края интересным, обсудили сегодня в Краснодаре. Байкерам предложили сделать на Кубани остановку и встретиться с молодежью. Но они оказывают определенное правильное воздействие на молодежь, участвуют в огромных акциях на территории Кубани, помогают нашим дошкольным организациям, нашим школьным организациям, проводят определенную нравственно-патриотическую работу. Организатором встречи выступил байк-клуб «Ночные волки» при поддержке краевой администрации. В Крым съедутся мотопрофессионалы со всей России, Восточной Европы, а также Донецкой и Луганской народных республик. На Кубани пересекутся три организованных колонны. Колонна первая – это «Дороги Победы», непосредственно которую мы будем встречать здесь, в Краснодаре, 16 числа. Будет основная колонна еще также с Москвы. Она 16 числа с нами должна пересечься в районе Темрюка. Вот. И колонна ранее, так как идет она с севера дальнего, да, будет проходить транзитом через Кубань. Фестиваль «Русский реактор» стартует в Севастополе 18 августа. На сцену выйдут российские и иностранные звезды.